Витрины с мороженым быстро пустеют и также быстро пополняются. А все потому, что для детей и взрослых мороженое всегда сладость и радость. Мало кто с равнодушием относится к этому молочному продукту. Ванильное, шоколадное, фисташковое, клубничное. Каждый покупатель найдет для себя тот самый вкус. Решил просто присесть и посидеть в тени, что столь жаркий день, и перекусить мороженым. Любимое, потому что Bubblegum, если не ошибаюсь, впервые его попробовал года 3 назад. Сам-то начал выпускать его в стаканчиках. Вот. Вкус знакомый детства. Аромат, жвачки. Ну, не знаю, сейчас прохлада, именно выбрал. Не что-то необычное, то, что ем постоянно. Сливочное, освежающее лакомство дарит чувство прохлады как утром, так и вечером. Однако о том, на какое время приходится большее количество покупателей, нам рассказал продавец мороженого Дмитрий. Мороженое покупают в пик, это 4 часа дня, когда солнце в пике самом, и людям жарко, они хотят покушать холодненького. Сливочное мороженое из натурального коровьего молока, яиц и сахара с добавлением фруктов, ягод и орехов можно признать поистине самым летним лакомством. Сегодня разнообразие вкусов и видов мороженого приятно удивляет. В креманке и в рожке, сливочное и фруктовое, а также нестандартные новинки. Например, сахарная вата, ром-изюм, бабл-гам и даже вишня-перец. Ассортимент у нас большой. Дети чаще всего покупают бабл-гам, сахарную вату, клубничное покупают часто. Взрослые, наоборот, чаще покупают какие-то более несладкие вкусы, например, вишневый сорбет, ром-изюм. Самый часто покупаемый, наверное, будет фисташка. Ее берут практически все, и взрослые, и дети. Дети и пожилые люди чаще всего берут в креманках, потому что пожилым людям тяжело рожки есть, а взрослые люди в основном берут рожки. Очень редко креманки. Некоторые люди экспериментируют со вкусами и охотно пробуют новинки, а кто-то остается верен классике. Мороженое – это вкус детства, истинное наслаждение не только для детей, но и для взрослых. Сегодня в этот такой день, который называется День мороженого, мы, кстати, из другого города приехали в этот прекрасный город Брест, и, конечно же, не могли пройти мимо такого классного кобринского мороженого, которое очень вкусное, сладкое, и от него поднимается настроение. Практически каждый день кушаем мороженое. Мы любим шоколадное мороженое в стаканчике. Мне нравится кушать подтаявшее мороженое, потому что, когда мороженое замороженное, дискомфорт все-таки ощущается. Софья Новикова, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.